Авито Авто и аналитическое агентство «Автостат» наградили победителей 9-й национальной премии «Автодилер года 2024». Торжественная церемония прошла в Москве. В ней приняли участие более 200 представителей автодилеров России и импортеров автомобилей. За звание лучших в автоотрасли боролись федеральные и региональные дилеры. Победители названы в 8 номинациях. Лучшая дилерская сеть, организация продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом, организация сервиса, эффективные закупки, клиентоориентированность, маркетолог года и гран-при лучший автодилер. Дилеры очень хорошо понимают те изменения, которые происходят в поведении покупателей. Ведь больше 75% покупателей новых автомобилей начинают изучение в онлайне, то есть на онлайн-сервисах. Там они выбирают модель, бренд и выбирают, где купить, то есть у какого дилера. А в автомобилях с пробегом эта доля еще выше. Поэтому рейтинг дилеров, он помогает пользователям на Авито сделать выбор правильно. Лучшая дилерская сеть определялась по результатам онлайн-опроса автовладельцев, в котором приняли участие более 20 тысяч клиентов. Они оценивали качество сервиса, послепродажного обслуживания у официального дилера и уровень доверия автовладельцев. Эта премия, она позволяет понять, куда рынок движется. Если какой-то успешный тренд, ярко выраженный, его можно тиражировать. То есть, в общем-то, ну, это прекрасная возможность откалибровать свои текущие результаты и построить краткосрочные планы по масштабированию бизнеса. Победители премии на своем примере доказывают, что успех в автобизнесе сегодня зависит не только от качества автомобилей, но и от клиентоориентированности, прозрачности взаимодействия и онлайн-активности продавца.